Добрый день, уважаемые отдыхающие. Решили проскочить в Лаганаке отдохнуть из Краснодара. Выехали от дома. Показывает у нас до плато Лаганаки. Это гостевой дом Лаганаки. Улица Мира, 102. 169 километров. Выезжаем по объездной в сторону Майкопа. Проезжаем наш торговый развлекательный центр ОС. Большой. Следуем дальше через Адыгею. Вот здесь у нас плотина находится. И въезжаем в Адыгею. Вот плотина с водохранилища Кубань. И здесь вытекает основное русло реки Кубань. И дальше следуем уже в сторону Майкопа. Вот указатель на Майкоп. На этом указателе уходим налево. 500 метров, поверните направо, а затем съезд. Поверните налево. Навигатор тоже ведет, но ведет он как-то интересно. Он указывает, поверните направо, потом поверните налево. Но здесь надо перестроиться и уходить налево. Поверните направо, а затем съезд. Поверните налево. Вот на эту дорогу мы уходим, хотя здесь прямо, не... 36 километров. Никаких направо, навигатор не слушайте, уходите налево, на Майкоп. Двигаемся дальше. Вот указатель на Белореченск. Поворачиваем с дороги направо и идем на Белореченск. 29 километров. На улице туман опустился. Двигаемся дальше. Доехали до отворота. Вот такой знак. Усть-Лабинск. Резкости нету. Усть-Лабинск налево. 49 километров. А мы поворачиваем на Майкоп направо. 28 километров. Двигаемся дальше. Объехали. Майкоп у нас остался слева. Поворачиваем на Гузерлип. Прямо 30 километров. Навигатор я потом по схеме выложу. Карту с навигатора, как удобнее проехать. Когда приедем на место, уже будет понятно. Двигаемся. Проехали населенный пункт Ильский. Сейчас заедем на Газпром, заправимся и поедем дальше. Осталось, судя по навигатору, немного. 25 километров до точки прибытия. Солнышко выглянуло и спряталось за тучки. Наверху облака низкие. Я думаю, что там на плато Лаганаки будет идти снег. Так что мы еще сегодня увидим снег. Замечательно. 2 января, я думаю, мы можем себе позволить это дело. Двигаемся. Пока двигаемся в сторону Гузерлиполь. А там будет отворот у нас направо. Вот такой указатель проезжаем. Каменномостки 7 километров. И там будем отворачивать. Вот подъезжаем и заезжаем в Каменномостки. Здесь волна. Волма какая-то. Что это такое? Производство какое-то. Ну, мы его проезжаем. Высокотехнологичные материалы для идеальной отделки поверхности, панели и штукатурки, растворы, составы. Кто-то здесь деревья по весне покосил. Да, зимой
не так красиво и красочно, как летом. Летом все в зелени. Но зимой есть свои прелести. На улице не так жарко. Можно лес насквозь просмотреть. И снег, в который мы едем. В Каменномосском есть заправка Лукойл, поэтому можно доехать до нее и на ней заправиться, а не разворачиваться на Газпроме, как мы. Проезжаем в сторону Даховской, теперь едем. Ну и так по главной дороге, где отворот будет, там уже покажу. Сейчас здесь справа будет такой каньончик красивый, а слева будут скалы красивые. Можно будет остановиться там, посмотреть. Есть вот такая старая постройка, типа какого-то замка, не замка. Какой-то завод был старого покроя. Вот такая красота вдоль дороги. Нависает над дорогой. А там ущелье. Мини-каньон. Здесь мне нравится ехать. А когда зелень, вообще красота. Дай мне. Такая развилка, посередине камень большой лежит, а дорога обходит его слева и справа. Раз, и сходится опять дорога вместе. Ой, смотри. А здесь что такая стоянка? А вот видишь, какой-то отрывочек. Нет, ну здесь стоянка, что они здесь тусят? Вот. Лаганаки, 32 километра направо. Уходим мы направо. Здесь развилка большая. Слева медведь на камне. И пересекаем мост через реку Белая. Все, вот здесь начинается у нас подъем уже на само плато. Поднимаемся, сейчас доедем до первых снежинок, покажу. Поднимаемся. Поднимаемся наверх, вот уже на уровне нас облака начинают появляться внизу. Вот такая красотища. Здесь какие-то постройки сделали. Деревни здесь не было, что-то настроили. Но снег только на обочинах, еще старый. Ну, старый не прошло. А, вернее, да, абсолютно верно. Сегодня 2 января, это прошлогодний снег. Порхать пока не порхает снежинка. В облаках. Едем в облаках.
Это уже Апшеронский район, но снега пока не идет. На обочинах его немножко прибавилось грязного. Пробка. В горах пробка. Ну что, действительно пробка. Смех 2 января в горах Лагонаки встать в пробку. Народ не может проехать, некоторые разворачиваются и уезжают. Кто-то доезжает вот до этого первого появившегося более-менее снега и здесь катается. В снежки поиграли и домой. Если 2 января соберетесь, уточняйте, сколько здесь. Вот туда так и идет народ. Горное он. Туркомплекс «Горное настроение». Да, настроение горное. Едем дальше. Добрались до первых горок. Прокат санок написано. И от этого вся пробка. Весь народ собирается здесь, чтобы покататься. Поэтому такой ажиотаж. Я думаю, что сейчас мы проскочим вот этот затор. И дальше будет посвободней. А так вот народ катается, веселится. Визг, писк, все довольны. Немножко проскочили и в новую пробочку встали. Видать, точно так же народ тормозится от этого. И весь затор. Написано «Пещера нежная». Кто-то ходит в нежную пещерку. Даже указатели здесь поставили. Раньше не было указателей. Едем дальше потихонечку. Но снега в этом году не очень много. Ну вот здесь уже более-менее становится красиво. Снег посветлее, грязи все меньше. На деревьях тоже местами еще снег, иней. Попадаем потихонечку в сказку. А вон ели стоят. И лапки елей завалены снегом. Так что в Краснодарском крае тоже есть снег. Доехали до турбазы Лагонаки. Вот это вот туристическая база. Видимость очень плохая. Облачность низкая. Снега нет. Но туман, скажем так, очень плотный. Народу много. Здесь на турбазе, смотрю, есть подъемник, он на ватрушках поднимают людей, народ катается. Поэтому сейчас попробуем на ватрушках прокатиться. А где они скатываются, я что-то не пойму, пока еще не разобрался. Да, видимость очень плохая. Люди уходят в никуда. 2 января 2018 года. Народу очень много. Плотность по дороге в Лагонаки большая. Мы поднимались, получается, 2,5 часа на машине. Поэтому делайте выводы. Получается, здесь на лыжах не покатаешься, здесь подъемник и горочка только для санок. Вот народ здесь же поднимается, рядышком скатывается. Все счастливы. Вот основной корпус. Здесь есть дом номер 1. Написано «Я люблю Лагонаки». В этом здании прокат. Здесь же можно взять и снегоход на прокат. Прошло немножко времени, пока катались, а облака разошлись, и видно вот такую вот красоту. Туман чуть выше поднялся, видно. Вот, повыше еще есть.
турбаза. Здесь вот я показывал на прокат, которые берут, поднимаются. Подъем небольшой, но удовольствия много. И вот такая отвесная скала. Природа красивая, конечно. Красиво. Отдых в Лагнаке отличный. А здесь детская горка, дети катаются. Самое классное, у взрослых больше удовольствия, чем у детей. Больше радости, больше веселья. Такое красивое. Природа сделала место. Приезжайте, приезжайте, отдыхайте, получайте положительные эмоции. Поднялся чуть повыше. Опять начал опускаться туман. Все начал скрывать. Такой уже четкости и ясности нету в красоте. Ну вот видно строение. Узнали, сколько здесь на сегодняшний день стоит номер. От 2500 рублей на сутки. Завтрак включен. Так что можно будет приехать и отдохнуть. Сейчас вернусь обратно. Зайду на ресепшн. Узнаю, если дадут снять. Сниму какой номер. Какое расположение. Взял визитку, номер снять не удалось, все номера заняты, ажиотаж, контакты, все есть, можно звонить. Отдыхаем. На этом все. Всем желающим отдохнуть в Лагнаке. Приезжайте, отдыхайте, получайте море позитива. Снега много. Снега предостаточно и поиграть, и покувыркаться, и покататься. Всего вам доброго!